6 января 2016 года в рождественский сочельник в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы состоялась встреча руководства вуза с представителями Гродненской епархии Белорусской православной церкви. В ходе мероприятия ректор университета Андрей Дмитриевич Король и архиепископ Гродненский и Волковыский Артемий подписали программу сотрудничества на 2015-2016 учебный год. Это событие расширяет и укрепляет давнее сотрудничество университета и Белорусской православной церкви, которое уже много лет ведется по различным направлениям деятельности. В числе совместных мероприятий, организованных ранее, выставки, конференции, патриотические и волонтерские акции. Программа, подписанная накануне православного Рождества, предусматривает еще больше инициатив и совместных проектов, которые смогут привлечь широкую общественность. Кроме того, не исключена возможность взаимодействия в подготовке будущих специалистов. Университет и церковь – это мощные центры образования, науки и культуры, оплот самых лучших традиций и ценностей общества. Все участники встречи единодушно сошлись во мнении, что сотрудничество этих двух институтов даст самый положительный эффект в формировании мировоззрения студентов и их жизненной позиции. После завершения официальной части встречи представители церкви осветили аудитории Гродненского университета, а в Свято-Покровском кафедральном соборе прошел молебен о здравии студентов и преподавателей.